Всем доброго дня! Сегодня я вам покажу клиентский заказ из компании Mary Kay. В заказе для меня ничего не было заказано. И давайте начнем. Камера у меня сегодня будет подвижная, поэтому не удивляйтесь. Первое, с чего мы с вами начнем, это, конечно же, новинка в компании Mary Kay. Mary Kay Time-Wise 3D. Уход за кожей лица. Ну и, конечно же, здесь мы с вами видим, что компания даже вложила подарочный пакетик для упаковки данной продукции. Это, конечно же, очень радует, так как компания заботится о своих клиентах. Ранее, кто знает, кто заказывал, в компании Mary Kay система Time-Wise продавалась как набор, но она не приходила в пакете. В этот же раз, видите, компания совершенствуется в плане упаковки. И вот такой вот замечательный пакетик прикладывается к новому наборчику. И давайте посмотрим, что же у нас с вами в этом пакете. И первое, с чего мы с вами начнем, это, конечно же, очищающий гель 4 в 1. Мы с вами видим, компания позиционирует его как средство, значит, 4 в 1 для комбинированной и жирной кожи. Ну и давайте попробуем посмотреть. Надеюсь, что у меня камера не упадет, так как все-таки подвижная и не хотелось бы, чтобы все упало. Хочу сразу обратить ваше внимание, что срок годности до 5/21 года. Это очень приятно. Ну, в общем-то, понятно, что это новинка, поэтому срок годности большой. И вот мы с вами видим большой тюбик, 127 грамм. Ну, достаточно большое средство по емкости. Приятный матовый тюбик. Очень такого нежно-розового оттенка в стиле компании Mary Kay. Я вскрывать это средство не буду, так как это все на заказ. Я вам только покажу упаковку. Я планирую данный наборчик тоже заказать, но это уже будет в следующем году, там практически в самом начале. Следующее, что также входило в этот набор, это у нас с вами Night Cream, то есть это ночной крем. Здесь у нас с вами 48 грамм. Сейчас мы с вами все посмотрим, как это выглядит. Также дневной крем с высокой защитой SPF 30. Очень хорошо. SPF 30 это, в общем-то, прилично. Я пользуюсь кремом для загара, когда еду на море. То есть высокий достаточно SPF. И последний товар в этом наборчике – это крем для глаз, айкрем 14 грамм. Сейчас все открою, по тюбикам обязательно вам покажу и расскажу. Что также входило сюда в пакете? Конечно же, сама брошюрка системы Time-Wise чудо-набор Age Minimize 3D. Здесь рассказывается про каждое средство. Вот так вот достаточно подробно. Про тесты, которые проводились при помощи данного средства, да, и вот процент женщин. И, конечно же, самое главное, это инструкция, которая прикладывается по использованию данной системы. Не знаю, сейчас отсвечивает, можете поставить на паузу и прочитать. А еще лучше просто зайти на сайт Mary Kay и посмотреть по этому варианту, что же у вас есть. Итак, давайте посмотрим сами средства. Ну и начнем мы с последнего. Все средства действуют до 2021 года. Я думаю, что вы сейчас видите, камера, в общем-то, неплохо фокусирует с этой точки обзора, где я снимаю. И давайте посмотрим. Вот такой вот тоже маленький приятный кремушек. Из такого же бледно-розового матового
приятного такого тактильного ощущения тюбик. Очень приятно, что компания совершенствуется и в плане новинок, и в плане дизайна упаковок новой продукции. Это тоже очень-очень радует. Ну и давайте посмотрим следующие крема. Это у нас с вами дневной и ночной. Как вы можете заметить, то есть вся продукция вот в таком вот розовом цвете. Единственное, что там крем ночной, он светло-сероватый. Такой пастельный оттенок. Сейчас мы его с вами тоже вскроем и посмотрим. Данная серия... Это обновленная серия линейки Time Wise. Я, к сожалению, пока не могу вам сказать, будет ли снята основная линейка, но, скорее всего, со временем, конечно, ее снимут с производства, как я так предполагаю, но я не могу вам гарантировать данную информацию. И последний товар в этой серии, это, конечно же, ночной крем. Но сейчас камера немножко уже в желтоватый его передает. Он, конечно, светло-серый. Очень приятный такого цвета тоже кремушек. Я надеюсь, что клиент будет доволен. И, конечно же, все это будет упаковано вот в такой вот красивый пакетик. То есть... Я даже попозже, наверное, сниму. Я просто сейчас переживаю, что у меня упадет камера. Хотя мы можем с вами попробовать действительно сразу все средства сюда убрать и посмотреть, как это будет выглядеть. Все здесь вмещается у нас в сам пакетик. Ну и давайте, конечно же, все поставим. Так, у нас с вами очищающий крем. Потом идет дневной крем. Также мы складываем, чтобы посмотреть, хватит ли нам места в пакете. И ночной и крем для глаз. Все замечательно влезло в данный пакет. Я думаю, что тут конкретно все было сделано под размер. Ну и, конечно же, сама брошюрка также у нас уходит в данный пакетик. Сейчас я поставлю его посередине, чтобы вам все показать. Упаковываю все, к сожалению, пока одной рукой. Второй придерживаю камеру, чтобы она просто не упала. Так, ну, отлично. И, конечно же, что у нас осталось еще от этого пакетика, от самого, это обязательная инструкция идет. Всегда к любому средству в компании Mary Kay идет инструкция. Неважно, помада это или это система по уходу за кожей лица. Также я ее вкладываю вовнутрь. И вот такая вот красивая открыточка в виде такой вот почтовой открытки. С любовью написано. Ну и, конечно, здесь просто такой вот... информация о том, как солнечный свет, экология и вообще, в принципе, все, что тебя окружает, влияет на твой организм, как внутренний, так и внешний. Но, конечно, речь идет о внешнем, да, и вот такая же открыточка будет вложена в данный наборчик. Но внешне мне достаточно понравился, приятно оформлено и достаточно красиво. То есть это прям вот... очень радует. Следующее, что заказал также клиент, это, конечно, любимая маска. Я знаю, что она заказывает ее очень часто, она мне тоже очень нравится, но у меня кожа лица нормальная, и у меня маска гелеобразная была когда-то вот из этой серии Botanical Effects, а именно эта маска для комбинированной и жирной кожи. И эта маска на основе глины. Именно поэтому эта маска очень многими ценится. И я знаю, что даже люди, у которых нормальная и сухая кожа, все равно покупают данную маску и пользуются ей. Здесь у нас с вами 113 грамм. Достаточно приятный тюбик. Раньше эта серия была в регулярной линии компании Mary Kay. Потом ее сняли с производства и обновили до новой серии Botanical Effects, такая в розовом варианте, которую вы знаете в настоящее время.
Ну, если кто не знает, обратите внимание свое, серия, конечно, достойная. Но вот эти вот масочки компания иногда выпускает в ограниченной серии, ну, вот как лимитированная коллекция. Следующее, что также было в заказе этого клиента, это, конечно же, тоже новинка, крем для тела с маслом ши. Вот такая вот большая коробка. Здесь 114 грамм. Я, конечно же, вам покажу средство годно. Пытаюсь найти дату, до которого оно годно. Здесь на самой коробке указано, что до 9.20. Вот внизу, если кто видит. Данный крем раньше был в основной тоже линии, в регулярной, но он, по-моему, был без запаха. В этот раз компания выпустила всю серию и по уходу за кожей рук, по уходу за кожей тела, именно с белым чаем и маслом ши. Вот так вот очень красиво выглядит данная баночка. Она очень большая. Из пластика такого матового. Сейчас немножко камера желтоватый оттенок передает, но вот сейчас где-то здесь был правильный свет. Очень приятная баночка. Я надеюсь, что клиентка будет довольна. Здесь у нас всего, как я уже говорила, 114 грамм. Открывать я не буду. И давайте посмотрим, что же еще было в этом заказе. И поехали. Дальше у нас с вами полностью декоративная косметика осталась. И всего в этой линейке два товара. Первое, это у нас с вами жидкая подводка для век. Лайнер, по-другому она называется, тоже в компании Mary Kay. Человек уже берет не первый раз. То есть товар все-таки себя зарекомендовал, открывать я его также не буду, просто вот покажу вам. Товар себя зарекомендовал, и вы знаете, я думаю, что если люди покупают один и тот же товар, значит, он действительно достойный, и на него есть свой спрос. А также следующий товар, это у нас с вами тушь. Тушь черная, увеличивающий объем ресниц, как-то так она называется, до 10-20. Эта тушь хорошая, я тоже ей когда-то пользовалась, я думаю, что, может быть, я к ней вернусь. Неплохая тушь, очень мне нравится. Вот так вот она выглядит, такой вот конусообразной формы. И хватает ее тоже надолго. Ну, в общем-то, на 3-4 месяца использования. И последний товар. Это уже, конечно, моя инициатива. Как постоянному клиенту и за заказ приличный, то есть от 5000 рублей, я своим клиентам дарю подарки. И подарок в этот раз помада True Dimensions Lipstick. В оттенке осенняя роза. Ну, все долго думали, алый фейерверк там или кокетливый цитрус, но вот остановились на оттенке розет. И давайте посмотрим. Я, конечно, ее открою. Значит, срок годности ее, кто видит, до 7.20 в правом нижнем углу. То есть срок достаточно приличный. Я уже своей помадой естественный шарм вовсю пользуюсь, поэтому обожаю просто, конечно, ее. И давайте посмотрим. Как я уже ранее говорила, помада True Dimensions Lipstick вот в таком вот стильном флаконе. Открывается она достаточно просто, одним нажатием. Помадка выезжает вниз. И давайте просто посмотрим ее оттеночек. Я постараюсь вам показать. Она, конечно, немного засвеченная сейчас, но вот на розовом, на бледном, она действительно правильно передает оттенок. Оттенок осенняя роза, он, знаете, такой теплый, приятный оттенок, уходящий в розовинку.
Не могу сказать, что это естественный оттенок. Нет, это ближе вот к такому ягодно-розовому неяркому оттенку. То есть это достаточно такой сдержанный цвет. Ну и в общем-то все. Вот весь заказ, который был сделан для клиента. Доставка приехала ко мне достаточно быстро, то есть там в течение 2,5 дней. Поэтому, если кто-то желает оформить заказ или, может быть, сам хочет зарегистрироваться, то ссылочку под этим видео вы можете найти внизу. Ну, если вы желаете просто сделать заказ на определенную сумму и получить в подарок какое-либо средство, вы можете его выбрать сами, то также пишите либо в комментариях, либо просто в личку. Всем отличных выходных, всем пока-пока!